Гостей Красноярского заповедника «Столбы» просят соблюдать осторожность при общении с глухарем, поселившимся на одном из кордонов. Напомню, птица обосновалась в заповеднике осенью прошлого года. Посетители дали ему кличку «Федя». Глухарь оказался любопытным. Заходит в строение на территории парка, не боится кататься на крыше машины сотрудников заповедника. Тем не менее, работники «Столбов» просят не кормить птицу с рук и не пытаться гладить. Федя может сильно клюнуть неосторожного посетителя. Как считают специалисты, скоро глухарь может уйти к сородичам, так как у этих птиц приближается брачный сезон.